Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Витаю вас, друзья. Сейчас, одну минуточку. Так, сегодня у нас 23 октября 2023 года, 20 часов 1 минута по Берлину, 21 час 1 минута по городу Джохару. Друзья, я вас всех приветствую. Стрим у нас вещает на канале Реалити в YouTube и на канале TikTok Аслан Арцуев. Я вас всех приветствую сердечно. Машвовель, Хамзат Чавега. Всех я вас, алейкум ассалам, приветствую, друзья. Начнем мы новости, как обычно, с новостей от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки уничтожено 870 оккупантов. Итого их цифра достигла 294 700. 12 танков, итого их цифра достигла 5093, задумайтесь просто над этой цифрой, 5093 танка. Боевых бронированных машин уничтожено за время широкомасштабной войны 9653 и 22 машины за прошедшие сутки. 7057 артиллерийских систем уничтожено, 25 за прошедшие сутки. РСЗО 825 уничтожено, 551 антиаэркрафт, 2 штуки за сутки, самолетов 320 уничтожено, вертолетов 324 уничтожено, просто задумайтесь, друзья, от этих цифр, 320 самолетов, 324 вертолета, итого 644 летательных аппарата. Надеюсь, летчики больше никогда не сядут за штурвал, а получат крупные пожизненные сроки в украинской тюрьме, кто выжил, конечно же. БПЛА 5345, 6 за прошедшие сутки. Крылатых ракет сбито 1536, 1 за прошедшие сутки сбито. Потоплено 20 кораблей, 1 подводная лодка и 9419 автомобилей техники и цистерн, 15 за сутки. И 998 спецтехники плюс 7 за сутки. Итого 998. Друзья, ну что, война продолжается, очень жестокая, как мы видим, накал, эскалация войны не снижается. Каждый день почти по 1000 человек погибает со стороны оккупантов. Ну, при этом, когда мы помним эти цифры, мы знаем, что хоть и в 10-кратном размере потери украинцев, наши потери ниже, но это тоже большие цифры. Выражаю искренние соболезнования всем, и гражданским, и военным, и родственникам, пострадавшим, скорее всего, выздоровления, погибшим, родственникам погибших. Искренние соболезнования. Это, конечно же, война жестокая, непримиримая война, именно то, о чем говорил Джохар Дудаев. На непримиримых позициях сойдутся Украина и Россия, и ну, так и случилось. Но для украинцев это война, она экзистенциональная. Это люди воюют за свое выживание, за свое существование. Как сейчас Израиль воюет за свое существование. Также и воюет Украина. Потому что и Россия, и арабский мир одинаково отказывают вот этим двум народам иметь свое государство, иметь свою национальную политику. И их всячески пытаются лишить этого. Как? Они это сделали в отношении нас, русские террористы. Наша страна оккупирована, у нас убито 30% нашего населения, люди в заложниках, некоторые люди прислуживают, обслуживают этот оккупационный режим, как мы видим. Но конец фашистской России наступает. Но знаете, что интересно? Русские сами, ну вот эти пропагандисты, я давно наблюдаю, уже более 10 лет, ну даже больше, лет 15 может, ну и сколько там он вещает, столько и наблюдаю. Есть такой депутат Федоров из НОД, запомните эту аббревиатуру НОД, потому что среди чеченцев она тоже появилась, Национально-освободительное движение. Это говорит о том, что они, русские, россияне, оккупированы американцами, и у них вот национально-освободительное движение, и они вот сейчас избавляются от оккупации. Что мешало 20 лет Путину освободиться от этой оккупации непонятно, но вот сейчас они решили освободиться от этой оккупации, когда у них не пошла эта война, не пошла победа на этой войне. И Федоров, этот Федоров, его иногда полезно слушать. Сейчас он реже, конечно, говорит, но иногда тоже проскакивают очень полезные вещи у него. И он сообщает, а это человек Путина, он прямо это сам говорит, что он человек Путина и что он вещает то, что говорит Путин. Путин у них главный, там, что вот он должен стать царем, у него должны быть неограниченные полномочия, даже неограниченные вот этой формальной конституции, но они все хотят изменить под себя. И он говорит, что в России будет голод. И не только он говорит, и другие эксперты говорят, что будет голод, будет тяжело. Задача русских террористов, которые сейчас во главе фашистской России, удержать власть. И начало войны против Украины было именно с этой целью. Они собирались свою власть сохранить и передать своим детям, создать новое дворянство. Для этого им нужна была история Украины, Киевская Русь, Киев. Им нужен был для того, чтобы стать дворянами. В Украине и в Беларуси есть их пособники, которые также принадлежат КГБ СССР, в данном случае КГБ. Если речь о Украине, то КГБ УССР, это сейчас это СБУ называется. То же самое можно сказать и про Беларусь, которая также полностью подчинена единой линии. В отличие от Беларуси, украинцы нашли себе силы, потенциал, чтобы бороться против вот этого нового дворянства, вот этого нового рабства, которое им предписывали. Так вот, они будут до конца держаться за свою власть, они будут закручивать гайки внутри страны. 1937 год, несомненно, в России наступил, наступает, нам об этом сейчас не афишируют, но все люди, которые так или иначе выступают против политики нынешних фашистских властей, фашистской России, эти люди, фактически есть призывы уничтожить 20%, уничтожить там сколько-то процентов. Представьте, от 90 миллионов русских, если их 20% уничтожить, это 18 миллионов человек они собираются уничтожить. Об этом они прямо говорят, об этом говорят уже давно. Вначале они хотели уничтожить украинцев, это у них, видимо, такая цифра в голове крутит. Тот же самый Федоров нам рассказывал, что как-то по какому-то, по-моему, Шарль Эбдо, помните, карикатуристы, которые нарисовали карикатуры на пророка Мухаммада, были убиты какими-то фанатиками. И тогда Россия очень сильно поддержала эту акцию, пытаясь выставить себя защитниками мусульман и так далее. И ФСБ приказала, УФСБ по Чеченской республике приказала Кадырову собрать всех бюджетников на митинг, всех людей собрать. И люди собрались, и якобы получилось так, что они поддерживают тех, кто убил вот этих карикатуристов. Вот таким вот образом нас всячески пытались представить сторонниками радикальной формы ислама, что мы какие-то поддерживаем всех, кто убивает направо-налево людей и так далее, и так далее. И сейчас мы наблюдаем то же самое. Сейчас мы наблюдаем, как пытаются поднять людей на защиту Палестины. Мы все выступаем против войны в Палестине. Мы выступаем против того, чтобы люди убивали друг друга. Но мы также выступаем, чтобы люди, террористы из российско-иранской ЧВК «Хамас», заскакивали на территорию чужого государства, даже если территория оккупирована, и просто убивали людей. Она захвачена, это возможно, я не знаю сейчас, о какой конкретно там территории идет. Территория, часть вот этого арабского государства Палестины, она захвачена, нарушение конвенции ООН, резолюции ООН, но это долгая такая история, которую я неоднократно рассказывал. Это сделано потому, что евреи вынуждены защищаться, потому что им в праве на существование отказано. Евреи не отказывали арабам в праве на существование вот этого палестинского государства, арабского палестинского государства. Они просто хотели иметь свое государство. Но вот им в этом праве отказывают. И вот эта ситуация сейчас. Кадыровы, Путины поддерживают якобы палестинцев, которых сейчас убивают. Хотя на самом деле это не так. Они поддерживают эскалацию просто, они поддерживают, наоборот, страдания палестинских людей, потому что именно они виновники того, что вот эти террористы из Хамас убили столько невинных людей, безоружных, гражданских женщин, детей, стариков. И сейчас нам, когда пытаются навязать вот эту повестку, что мы должны стать на стороне Палестины и там бороться. Но не на стороне Палестины, а на стороне террористов Хамас нам предлагают стать. На тех самых арабских кадыровцах, которых так сильно поддерживают сейчас Кадыров, Путин, Патрушев и все остальные террористы. Все это время, все эти годы, десятилетия советского режима, арабы и атеистические, воинствующие просто безбожники в лице коммунистов были друзьями этих арабов, союзниками этих арабов. Всегда их поддерживали, финансировали, помогали. Но когда нужно было вот этим арабам, они дружили и с этими атеистическими, с этим коммунистическим режимом, который истреблял мусульман. Вот мы, мусульмане Кавказа, мы такие же мусульмане, как все мусульмане на этой земле. И у нас есть такие же права, как у этих мусульман, вот, если брать именно мусульманскую общину. Но почему-то нам какие-то исламские джихады, Хамас переводится, как известно, братья-мусульмане, там другие такие громкие с религиозным оттенком арабские террористические организации. Почему-то они не обратили внимания на геноцид чеченского народа. Вот я не знаю почему. Может, у нас джихад не такой был. Может, мы мусульмане не такие, как они видят. Почему-то именно не просто у них произошел вот этот братья-мусульмане, там исламские джихады, там разные всякие с такими названиями громкими. Они за все это время даже не прекратили дружбу, они не сказали слова в нашу защиту. Не то, что слово, они дружбу не прекратили. Они всячески поддерживали, всячески выискивали встречи, какие-то там совместные дела пытались делать с русскими террористами. Те самыми, которые нас убивали. Никогда евреи не совершали геноцид палестинцев. Да, евреи себя жестко ведут. Иногда нарушают международное право. И мы должны об этом говорить. И мы должны призывать и украинцев, и я это делаю, и украинцев призываю соблюдать международное право. И упрекаю украинцев там за того же Нужина, которого выдали, который сдался, и потом его выдали России, которого убили кувалдой, ударом кувалдой по голове. И многие другие вещи. Но это не значит, что я враг Украины. Нет, я именно с первых дней войны против Украины выступаю за Украину. Из-за этого я выехал сюда, в Европу, и решил продолжить здесь выступать в этом качестве. Также мы должны и евреям говорить, чтобы они соблюдали международное право и так далее, и так далее. Потому что люди, у которых убили 1300 человек, просто женщин, детей, я смотрел видео отца, у которого дочь погибла, вот в этом еврея, израильтянина. Ну, сердце кровью обливается. Говорит, за что убили? Он кавказский еврей, наш горский еврей, по всей видимости, говорит на русском языке. Ну что сказать этому человеку, этому отцу? То же самое сейчас происходит в отношении там, арабского народа Палестины. Сейчас мы видим ужасные кадры. Нам искренне жаль, что так произошло. Но арабы должны выступать не против Израиля. Арабы должны выступать за мир в основном. А все сидят, подстрекают. Ну так если вы за этот бедный народ палестинцев, за этих арабов Палестины, ну тогда призывайте к миру, а не за то, что вы сами не идете, ничего не делаете, в конце концов. Я не призываю этого делать. Но если просто сидеть и болтать, то вот этим людям легче не будет. А у евреев сил намного больше, чем хотели бы некоторые это видеть. Да? Они могут стереть с лица, они могут реально геноцид устроить, который арабы устраивают им. Ведь Хамас совершил акт геноцида, не просто террористический акт. Он убивал за всех подряд, всех за то, что ты еврей, ребенок, женщина. Что это как не геноцид? У евреев хорошая память, они навидались за свою историю, как их уничтожают за то, что они просто евреи. Мы, чеченцы, это тоже видели. И как мы, никто их не поймет, израильтян, я имею в виду. Так, ну, мы же должны разобраться в этом во всем. Мы должны помочь, гуманитарно помочь, быстрее решить этот вопрос, быстрее решить этот конфликт нужно призывать. Арабы Палестины имеют право на свое государство. С этим не спорит никто, даже израильтяне. А вот израильтянам почему-то нельзя. Арабам можно жить с израильтянами под оккупацией или под владычеством турецкой империи, Османской империи, которую ненавидели арабы и благодаря вместе с англичанами свергли, уничтожили Османскую империю. Да, это арабы сделали. Но они жили там и ничего, терпели, под английским мандатом жили, британским мандатом. Тоже ничего, не воевали, там, может, где-то какие-то вспышки были. А вот когда евреям захотелось государство свое, а почему евреи не имеют права? Объясните мне, вот на каком основании просто? Еврей на своей тысячелетней земле не имеет права. Это как мне сказать, вот ты не имеешь государства права, вот мы тебе отказываем, ты часть России. Вот мы говорим там, Израиль не имеет права, это часть арабской какой-нибудь новой империи, которую арабы мечтают воссоздать. Я буду прав? Мне кажется, я буду очень неправ. Точно так же мы должны вот с этой стороны смотреть. И это чистой воды фашизм. Если по национальному признаку отказывать кому-то в праве. Чистейшей воды фашизм. Ну, другого фашизма, просто кристальный такой фашизм. И можно понять людей, которые хотят сохранить свое государство. Которые деваться некуда. Если евреи проиграют эту войну и лишатся своего государства, что просто теоретически даже невозможно. Но даже если бы это произошло бы, у них положение будет хуже, чем до того, как они объявили о государстве. Потому что тогда их начнут преследовать, тогда им будут ставить в укор, что они не выстояли, что там 3-10, и будут их снова сжигать в печах. Они этого не хотят. И они этого уже не позволят. Понимаете? Что бы там ни случилось, как бы там ни случилось, они этого не позволят. И они каждый раз подчеркивают, мы не против арабов, мы тем более не против мусульман. Мы против того, чтобы вот нас убивали. Нормальное желание любого человека быть против того, чтобы его женщин, его детей, чтобы их убивали. Это же нормально этого не хотеть, правильно? Вот у этих людей точно так же. Вот и все, вот вся ситуация, которая сложилась. А Путину, России, это нужно для того, чтобы отвлечь внимание от Украины, чтобы спокойно разделаться с Украиной. То же самое произошло с Чеченской республикой Ичкерия. Вы все это должны знать, люди. В 1999 году Путин с Патрушевым взорвали свои дома. После, чуть-чуть я раньше расскажу вам историю. Русские террористы переформатировали Советский Союз, СНГ, чтобы завладеть всем имуществом, накопленным 3 поколениями советских граждан. В каждой республике СНГ, бывшего Советского Союза, поставили своих КГБшников, остались у власти, они и так были у власти, сохранились из колхозной экономики, когда все принадлежало государству, переделали все это, влились в мировую рыночную экономику, захватили все крупные предприятия, все крупнейшие предприятия принадлежат КГБ, СССР, в любой стране постсоветского пространства. Можете обратить внимание, где сохранилось КГБ и не было люстрации. Кроме Польши и стран Балтии никто не провел эту люстрацию. У Польши лучше всего получилось, хотя и там оставалась агентура. И страны Балтии провели. Все. На этом точка. Больше никто этого не сделал. И вот после того, как они переформатировались, заручились у Запада поддержкой, у Америки. Ельцин полетел в США, выступил в Сенате США и сказал: «Господи, благослови Америку». И американцы поверили им. Думали, ну ладно, все, эти люди, внутренние дела лезть не будем, ну пусть становятся демократами, нормальными людьми. Не станут они нормальными людьми. Это имперцы, по сути своей. КГБ не было люстрировано, не было осуждено. Это большая ошибка, которую, я думаю, в этот раз все-таки исправят. И самая маленькая, самая слабая, на их взгляд, страна, которая отделилась еще из Советского Союза, мы никогда не входили в Российскую Федерацию. Нету ни одного документа это подтверждающего. Мы вышли из Советского Союза. В 90-м году мы сформировали все ветви власти. Мы стали наравне, все автономные союзные республики еще в 90-м году были уравнены в правах. И автономные республики имели тот же статус, что и советские республики. По факту прекращения существования Советского Союза все государства, все республики получили свободу. И мы точно так же. И мы не были абсолютно против России, против русских. У нас в Грозном жило огромное количество русских. У нас первый президент был женат на русской. Никаких проблем не было. Это все выдумано, как сейчас выдумано в Украине все это, что каких-то там русских убивают, ущемляют и так далее, и так далее. Затем русские напали на нас. Много провокаций было со стороны России. Много провокаций. Аяд Идигов рассказывает о 4 агрессиях против Чеченской республики Ичкерия. 4-я агрессия, она началась 11 декабря 1994 года, когда русские широкомасштабно, открыто вторглись, потому что их агентура не справилась, не смогла победить волю чеченского народа. Началась кровопролитная война, мы выстояли в этой войне, но потеряли более 120 тысяч людей, среди которых был наш первый президент Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев. Несмотря на то, что наша республика была полностью разрушена, убиты, искалечено огромное количество людей, мы пошли на переговоры с Россией, договорились с Россией, договорились о мире, подписали с ней договор о мире и принципах взаимоотношения. Но потом Россия продолжила, вывела войска, но продолжила против нас диверсии, теракты, убийства. И днем, и ночью просто черная пропаганда, чеченский терроризм, чеченский след. Наверное, молодые не помнят это, а я как раз, мне это выпало на мои юношеские, взрослые, сознательные годы, когда это все начало происходить. Я находился уже в России и на себе прекрасно ощущал вот эти все пропагандистские трюки. Теракты, убийства постоянные, где-то использовали чеченцев в темную, где-то сами совершали. Несколько раз террористы взрывались при закладке бомб, потом выяснялось, что это действующие офицеры или агенты ФСБ. Тогда это ФСК еще называлось, еще до начала Первой войны. Во Вторую войну то же самое, теракты, похищения, убийства, дискредитация, днем и ночью. И в 99 году, в 98 году товарищ Путин назначается директором ФСБ. И в это время, в 98 году, начинается активная вербовка чеченцев. Идет массированная вербовка чеченцев. И в 99 году он становится премьер-министром, его назначают на должность премьер-министра. КГБ, не Ельцин. Ельцин сам пешка был у КГБ, уже спившийся бич был, который управлялся КГБшниками. Если вы обратите внимание, во время 96 году, во время переговоров Яндарбиева, Зелимхана, нашего президента, ставшего исполнять обязанности после гибели Джохара Дудаева, напротив Ельцина сидят Ельцин, напротив Яндарбиева сидят Ельцин, ну там Завгаев и 2-3 вот этих КГБшника, которые Ельцин говорит, Яндарбиев говорит, давайте поговорим с глазу на глаз с вами, один на один Ельцину. Те говорят, нет, не будете вы говорить один на один, чтобы не дай бог Ельцин нам какое-то слово не дал, не договорился с Яндарбиевым и так далее, и так далее. Затем Путин в 1999 году назначается КГБ премьер-министром, и происходят странные взрывы. Сперва происходит, Степашин есть такой тоже КГБшник, он разрешает, он был министром МВД тогда назначен, потому что ФСБ очень часто это делает. В Чеченской республике, например, Руслан Алханов тоже является кадровым офицером ФСБ и возглавляет Министерство внутренних дел. Рашид Нургалиев, бывший министр внутренних дел, тоже был офицером, генералом ФСБ. Это так в России принято, чтобы управлять и ментами, и военными. Всегда везде назначаются свои КГБшники. И в 1999 году, еще в 1998 году, дагестанское религиозное течение, там, ваххабизм, которое тесно сотрудничало с ваххабистами в Чеченской республике, они договариваются с Басаевым, что в случае поддержки необходимо, что вот Дагестан хочет отделяться, мы должны друг другу там помогать, 3-10. И Басаеву предлагают заключить договор между ними. Басаев заключает договор, в случае чего оказывает помощь и пытается объединить кавказские народы. Чабан-Махи и Карамахи устанавливается ваххабистская власть, то есть просто изгоняется участковый и не продают водку. Все то же самое, что и было. Мусульмане как жили, так и жили. Ну там разные свои нововведения вводятся. И вот и живут эти люди. Степашин приезжает туда, говорит, да, молодцы, водки нет, не пьют, там все хорошо. Это все устраивает. Территория России, заметьте. Ельцин говорит, классные ребята эти, бородачи и все такое. Ну, такие реверансы делаются в сторону бородачей. И значит, это безопасно, чтобы побольше людей стало вот в этой группе. Потому что если это безопасно, люди потихоньку к эту сторону тянутся. В итоге происходит то, что русские посчитали, что теперь можно уничтожить, точнее втянуть чеченцев в эту войну. Русские пересекают нашу границу, еще Басаев не пошел в Дагестан, русские пересекают нашу границу, убивают наших пограничников, грабят наших приграничные наши населенные пункты, людей наших грабят, убивают наших людей, избивают наших людей, грабят, снимают золото женщин, заходят военные, просто на нашу территорию заходят. Это у них такой договор о мире и принципах взаимоотношения. Это такие у них принципы взаимоотношения. И затем окружают у себя на территории фашистской России Чабан-Махи и Карамахи, горные два даргинских населенных пункта, и методично их начинают уничтожать. Те просят о помощи. И Шамиль Басаев, который имеет с ними договор, на тот момент не занимает никаких государственных должностей, делает клич чеченцам и говорит, кто хочет помочь своим братьям, мусульманам, кавказцам, которых убивают русские. И многие отозвались, потому что, вот такие мы, чеченцы, отзываемся на любое горе, на любую беду, бежим сломя голову. Заходим туда, и русские в бой как таковой не вступают, бросают некоторые свои части под нож, как говорится, их наши легко уничтожают, и русские отступают, заманивая таким образом Басаева дальше в Дагестан. Но Басаева задачи не было захватить Дагестан. Его задача была деблокировать Чабанмахи и Карамахи и спасти вот этих женщин, детей, стариков. Потому что дагестанцы не пришли на помощь Чабанмахи и Карамахи. Пришли туда чеченцы на эту помощь. И это дагестанцы должны помнить, должны знать этот момент истории. Не принято, конечно, кичиться тем, что ты сделал, но это сделал не я. Поэтому я имею право как со стороны это сказать. Если бы я там участвовал, я, может, промолчал бы. Но в таких случаях у нас на Кавказе принято очень уважительно относиться. Сейчас просто я вижу, некоторые дагестанцы лезут в калашный ряд, в наши дела, пытаются нам что-то указывать, нам что-то рассказывать нам и так далее, и так далее. А на самом деле, спасибо, мы уже видели все, общались, особенно с религиозными вот эти деятели разные лезут. Поэтому мы все видели, знаем прекрасно, как орудовали потом дагестанские террористы на территории Чеченской республики, которые были не одними, а самыми жестокими, как передают наши бойцы, самыми жестокими были по отношению к мирному населению, к пленным бойцам нашим и так далее, и так далее. Но Басаев не идет на эту уловку, не втягивается в войну в Дагестане, пробивает коридор, захватывает трофеи и уходит обратно в нашу страну. Масхадов Аслан выходит на нашу площадь и говорит, что наше государство Ичкерия не имеет никакого отношения к этой спасательной операции, которую организовал Басаев и его товарищи. То есть государство, значит, не нападало. Это как Гиркин, террорист Гиркин, бывший ФСБшник, который снял с себя погоны, зашел в Украину, поджег фитили войны, как он это сам говорит. И в соответствии с международным правом, как рядовой человек, Россия за него, как за рядового человека, даже если это бывший офицер ФСБ, не несет ответственности. И казусом белли, поводом к войне, это не является. Понимаете? Вот какая ситуация была. Казусом белли, заход Басаева в Дагестан не являлась спасательной операцией, не являлась казусом белли. Потому что Басаев был рядовым гражданином на тот момент. Рядовым. Он не занимал ни одну государственную должность. А Аслан Масхадов прямо сказал, что государство наше не имеет к этому никакого отношения. И в соответствии с этим мир не посчитал это казусом белли. И русским не давали добра на то, чтобы они снова начали уничтожать чеченский народ. Тогда русские совершили самое ужасное, что может совершить власть по отношению к своему народу. Власть и спецслужбы, которые должны защищать свой народ. Русские взорвали своих же женщин, детей и стариков, спящих в своих же домах. Дома выбирались самые бедные. Самые нищие дома выбирались. Если вы обратите внимание, дома самых бедных людей. Чтобы как меньше, потому что бедные люди, они, в принципе, и прав не знают, и их никто не услышит. Не элитные дома взрывались. Ну и легче туда бомбу заложить и так далее, и так далее. Первый дом взорван был, первый дом в Буйнакске. Обратите внимание, в Буйнакске для того, чтобы связать это с Басаевым. Это был план Б, после того, как Басаев не пошел на Махачкалу, там на Хасавюрт, был взорван дом в Буйнакске. Дом был с семьями дагестанских военнослужащих. Обратите внимание, ни один дагестанский военнослужащий не возмутился по этому поводу. Ни один дагестанец не призвал к ответу Москву или ФСБ. Понимаете? Вот и вся доблесть дагестанских российских военных. Они никто, это рабы, такие же, как рабы, которые сейчас гибнут пачками в Украине. Не в зависимости от их национальности. Обычные рабы. Это первый дом был в Буйнакске. Следующий дом, два дома были взорваны в Москве. Для большего резонанса. Первый дом — это такая цепочка, звено, связующее с Басаевым, якобы. И два дома были взорваны в Москве. Два дома для того, чтобы в Москве, чтобы привлечь резонанс, внимание и все такое. Четвертый дом был взорван в Волгодонске, в 16 километрах от Ростовской атомной электростанции, или Волгодонской атомной электростанции. Это самая большая, ближе всего находящаяся атомная электростанция к Европе. Понимаете, на что я намекаю? На что они намекали, когда проводили этот теракт? То есть европейцам, Западу, говорили, что смотрите, сейчас они взорвут, эти чечены взорвут атомную электростанцию, и вам всем кирдык. Понимаете? А здесь на Западе огромное количество агентуры, еще со времен Штази, которая всякий раз, всячески пытается, действовать в угоду России. Пятый дом, говорят, еще был шестой дом в Москве. Это обнаружили взрывчатку, и это осталось засекреченным. Мы так особо не узнали там. Некоторые эксперты говорили на эту тему, но осталось незамеченным. Пятый дом, который мы знаем, это была попытка дома в Рязани. В Рязани, как известно, находится огромное количество военных образовательных учреждений, там разные спецназы рязанские, там и так далее, и так далее. Значит, цепочка — это Буйнакск, связать с чеченцами, Москва — это резонанс для большего привлечения внимания, Волгодонск — это атомная электростанция для запугивания Запада и россиян, хотя россияне уже были и так напуганы. И потом в Рязани, чтобы мотивировать, мотивационный такой взрыв, для того, чтобы вот эти вояки пошли топить в крови чеченский народ, который только что пережил геноцид и еще не оклемался, на него днем и ночью уливались тонны информационной грязи, террористы, убийцы, бандиты там, и так далее, и так далее. По улице Новоселова 14/16 были обнаружены мешки с гексогеном в подвале. Двое мужчин и одна женщина заносили эти мешки в этот подвал. Житель этого дома Алексей Картофельников позвонил в полицию, приехала полиция, обнаружила мешки, террористы уехали, объявили план перехват, террористы были задержаны. Один по фотороботу очень напоминает Гиркина Игоря, который разжег фитиль войны. Обратите внимание, что и в Чечне, Чеченской республике разжигал он войну, и в Украине он разжигал войну. Очень такой, матерый такой пропагандист, матерый провокатор и преступник, которого сейчас спрятали в тюрьму, чтобы обезопасить его. Но террористы были задержаны, выяснилось, уже возбудили дело по статье терроризм, рязанская полиция, рязанская ФСБ. Собрала всех жителей дома, когда эвакуировали дом, сказали: вы родились сегодня, это ваш новый день рождения, вас поздравляю. Это начальник УФСБ по городу Рязани сказал им. Ну и вот таким вот образом вроде бы задержали террористов, и вроде бы все бы хорошо. Но как только задержали террористов, Патрушев, тогда директор ФСБ Николай Платонович Патрушев, заявил, что это были учения, никакой взрывчатки там не было, а это был сахар. В мешках был обычный сахар, сказал террорист Патрушев. И на второй же день, Путин в этот же день сказал: террористов в аэропорту поймаем, в аэропорту замочим, в сортире поймаем, в сортире замочим. И в этот же день, как только террористы в Рязани были задержаны, началась массированная бомбардировка окрестностей Грозного. И фашистская Россия уже все, начала войну. Все русские и дагестанские военные, которых убивала ФСБ, их женщин, детей, заживо хоронила под обломками своего дома, не стали предъявлять претензии ФСБ и идти на Красную площадь, на Лубянку, на штурм Кремля. Они пошли грабить и топить в крови чеченский, бедный, многострадальный чеченский народ. И весь мир это видел. И весь мир молчал. Многие помогали всему, этой фашистской России. Многие помогали. Выдавали наших бойцов. Преследовали, уничтожали, объявляли федеральные розыски, объявляли по линии Интерпол. У нас первое место чеченцы занимали в Интерпол. Давайте всех украинцев сейчас объявлять, всех, кто воюет против России, в Интерпол. А именно так и было бы, если бы Украина проиграла бы. Вот какая была ситуация, вот как все это развернулось. И установили нам тоталитарный фашистский режим, какой он всегда был на России. Вот у нас сейчас такой Кадыров, пешка. Я вам немножко открою завесу о секретах, которые происходят в Чеченской Республике. Когда началась война, в 2001 году Путин создал РОШ, региональный оперативный штаб, куда входили разные деятели, представители власти. Вначале возглавлял это все ФСБ, потом в 2003 году все это было передано МВД. В 2006 году РОШ переименовали в ОШ, оперативный штаб по борьбе с контртеррористической деятельностью, там преследование лидеров, террористов, там как-то там по-длинному это называлось. И с тех пор в ОШ главой Чеченской Республики, главным террористом Чеченской Республики является УФСБ по Чеченской Республике. Кадыров – марионетка УФСБ. Да, он личный пехотинец Путина, но при всем при этом он является агентом ФСБ. Как и Адам Демельханов является агентом ФСБ. Но кроме агентов ФСБ, там есть еще агенты ГРУ. Это такие люди, как Аптия Лаудинов, Магомед Даудов и там разные другие деятели. И Кадыров там все сам не решает. Да, они на публику рассказывают, какой великий Кадыров, показать, что весь народ за Кадырова, показать, смотрите, таким образом унижая чеченцев на весь мир, показывают, смотрите, как мы их размазали, как мы заставляем восхваляться Кадырову. Одновременно с этим нам Кадыровы и разные говорят: да, мы против русских, там, Россия плохая, мы понимаем, что они нас убивали. Ну что нам делать? И вот Кадыров это защитник такой. Вот давайте держаться Кадырова, и зачистки прекратятся, ваши сыновья перестанут пропадать, вас перестанут убивать там и так далее. Таким образом, одной части чеченского общества он как бы делается защитником-спасителем. Хотя вся часть чеченского, все чеченское общество прекрасно понимает, кто такой Кадыров, кто был его отец, который призывал первый к джихаду, понимаете, к религиозной, священной войне он призывал, как муфти. И разные деятели нашу национально-освободительную борьбу переводили в религиозную борьбу. А на войне это там грань такая очень узкая и тоненькая, потому что вы в любой момент можете погибнуть, и вам без разницы, за демократию вы воюете, за что. Главное, чтобы если вы погибаете, что у вас есть надежда, что вы попадете в рай. А победить против России, ну, нам, в принципе, фактически, ну, это была нерешаемая задача. Хотя нам удалось ее решить первый раз. 4 первых раза, да, где-то политическими путями, и 4-й раз нам удалось решить ее военным способом. Я думаю, 5-й раз мы тоже политическо-военным способом решим эту задачу и навеки вечные поставим точку в русско-чеченской войне, в этом противостоянии. Вот таким вот образом фашистская Россия подняла Рамзана Кадырова на высоты, его начали защитник Корана, Сунны, начали строить мечети, огромные мечети. Те самые русские, которые убивали нас за то, что мы не так молимся, не так говорим, не так смотрим и так далее, начали строить такие мечети, которые позавидуют там, ну, многие там богатые страны. Что вкладываются там из белого мрамора, такие сяки делаются, такие масштабные делаются. И вот таким вот образом нас начали больше склонять к религиозной тематике. Здесь блогеры, которые в Европе находятся, вот по этим блогерам, это цеховики, это Белокиев Ислам, это Тумсо Абдурахманов, это сейчас появились там разные НИСО, там еще какие-то, еще появляются блогеры, это братья Ингулбаевы, это Ахмед Закаев из той же когорты. Это те люди, которые нас хотят представить здесь на Западе такими религиозными фанатиками, которые не понимают, как жить в международном сообществе, как взаимодействовать с международным сообществом, что мы фашисты, что мы такие радикалы, неуправляемые, что только Россия может нами управлять, что вот если бы не Россия, то мы бы захватили бы весь мир. Это постгеноцидный. Меньше миллиона тогда остававшийся чеченский народ угрожал всему миру, всему человечеству и так далее, и так далее. Это все ложь, как и та же ложь, которая льется веками на евреев, что они тоже всем управляют и всех убивают, всех контролируют и так далее, и так далее. И вот таким вот образом фашистская Российская Федерация подвела войну против, к войне против Украины. Они понимали, что им нужно создать неодворянство, об этом они говорили давно. Я, может, некоторые вещи сейчас пропускаю, что есть в голове, пытаясь только основное вам сейчас сказать, вспомнить. Но русские уже давно распределили между собой дворянские титулы, русские я имею в виду наверху, которые русские. И также они распределили в Украине. В Украине, если хотите выявить пособников Путина, выявите всех тех украинцев, которые собирались на разные дворянские вот эти сборища, с Европы приглашали там этих потомков русских дворян, собираете их все, вот и друг друга награждали они разными дворянскими титулами. Там есть чеченцы, кстати говоря, Закаева знакомый есть там один, который раньше у нас возглавлял Конституционный суд, сейчас его зовут Ихван Гириханов, он является заместителем арбитражного суда московского и одновременно здесь ООН представляется от России, занимает какую-то там должность и является там коллегой Ахмеда Закаева, с которым Ахмед Закаев проводит стримы совместные, ну и так далее, и так далее. Это тоже дворянин, который награжден там каким-то. Таких дворян есть среди чеченцев. Ну, КГБшники друг друга награждали этими дворянствами. И таким вот образом они должны были создать неодворянство, новое дворянство. Вот эти все миллиарды, которые они расхитили, завладели, они должны были передать своим детям на законных основаниях, чтобы никто у них не мог этого забрать. Для этого нужна была Украина. Это имперская война, самая настоящая имперская война, которую ведет сейчас Россия против Украины. Но у них это не получилось, что-то пошло не так. Без Киевской Руси они сами. Я все это просто изучал, наблюдал, всегда их слушал, внимательно слушал между строк, в контексте слушал. Для русских важно было, чтобы Киев был, они как говорили, если не будет Киева, они новое дворянство они и так создали, оно у них уже существовало, но нужно было, чтобы в Киеве короновали Путина, там все как положено, это должно было быть, произойти, построили какой-то храм такой дьявольский у себя там, ну все было готово, просто вот эти украинцы, вот забыли их спросить просто, вот все было решено. И в итоге получилось так, что они решили пойти войной на Украину, и мы видим, что из этого получилось. И завязли в этой войне. Завязли, очень сильно завязли, и начали всячески проводить провокации. Много провокаций было, еще будет. И понимая, что они не справляются, Запад полностью взял Украину под свою защиту, в помощь. Украинцы только лишь воюют, все остальное, финансы, оружие, информационное, политическое, вся остальная помощь приходит со всего мира, с Америки, с западных стран, с европейских стран. К большому счастью, европейские страны проснулись, которые отвратительно себя вели, которые являются соучастниками начала Второй мировой войны, которые позволили именно западные страны. И в первую очередь это была Германия и Франция, которая заигрывала очень сильно. Власть, тогдашняя власть Франции и Германии, она просто стелилась просто под Путина, под КГБ СССР, под ФСБ. И сейчас даже есть позиции очень неплохие здесь, в Германии, у КГБшников. В итоге им нужно было как-то выходить, русские не справлялись, им нужно как-то выходить из ситуации. И самый лучший способ — это разжечь мировой пожар революции, о которых нам рассказывал Ленин и Сталин в своих трудах много раз. Им нужно было, только это они умеют. Они не умеют ни созидать, ни создавать, ни строить, ничего. Украсть, убить, обмануть, выпить. Вот все, что они умеют. И это, в этом они специалисты. И этот арабо-израильский конфликт, который тлеет уже 70 лет, и тлеет, и возгорается, и тухнет, и возгорается, и так далее. Хотя уже арабам это самим уже надоело. Арабы понимают, что вот этот бедный арабский народ Палестины стал инструментом в руках России и Ирана. Иран, который ненавидит суннитов, нас, то есть, он пытается всячески тоже использовать этот трюк, чтобы как-то навредить Израилю, вот этот конфликт, который они переводят, когда захотят, они его переводят. То они за коммунистов, то они потом на религиозную почву его переводят, что там Аляксу хотят разрушить и так далее, и так далее. Ну и тем самым 2 миллиарда мусульман, 1,5 миллиарда мусульман хотят привлечь на свою сторону. И им это удается иногда. Именно этим я сейчас занимаюсь, чтобы этого им не удавалось. Я не против мусульман, я не против арабов. Я ко всем хорошо отношусь, ко всем, кроме фашистов и имперцев. И не имеет значения, какой они национальности. Если эти фашисты и имперцы чеченцы, я скажу, что это фашист и имперец. И террорист, подонок, я скажу. Если это так. Если это будет любой другой национальности, я скажу то же самое. Для меня нет разницы. Я ищу правду, я ищу истину. И хочу, чтобы мой народ не стал Палестиной, которую, настроив эти мечети в Чечне, создавая вот сейчас такую повестку, что мы сейчас за Палестину, мы не за Палестину в том смысле, который нам сейчас предлагает Путин и Кадыров. Мы за бедный народ, который погибает, который страдает. Вот и все. Но мы ни в коем случае, и также за еврейский бедный народ, который страдает и погибает, и который имеет все основания иметь свое государство. И ни один чеченец не имеет права отказывать евреям в этом праве. Потому что если мы откажем им, то нам откажут на этом же основании. А вы чем лучше? А мы реально, чем мы лучше, чеченцы? Чем мы лучше евреев? Скажите мне. Мы где-то ассимилируемся и растворяемся, или где-то мы не сопротивляемся ассимиляции, или там это, как и евреи. Нет, мы такие же, мы отстаиваем свои интересы, свою культуру, свои традиции, свое «я» мы отстаиваем. И вина евреев точно в том же. Они хотят быть евреями. И все, вот их вся беда. Точно так же, как мы хотим быть чеченцами. Вот эти вещи, простые вещи, нужно понять и глобально посмотреть на вопрос. Вот в чем вся загвоздка. И нам сейчас нас хотят сделать палестинцами, следующими палестинцами. Потому что сейчас Палестина уже, митинги проходят, 3-10, там как-то любят арабы, митинговать любят. Там мусульмане вообще самая митингующая нация. Каждую пятницу приходят в мечеть, там обсуждаются социальные, экономические, если эта страна более-менее свободная, которых не так много, политические вопросы обсуждаются и так далее, и так далее. И если чем недовольны, уходят и митингуют. Может, французы чуть-чуть вперед ушли. Мусульман тоже очень часто митингуют. И все. И на этом заканчивается. Вот, например, в Канаде были очень большие митинги против Израиля, там, поддержку террористов Хамас. Полицейские что говорят, сделали? Подогнали автобус и написали на нем рейс Оттава, Палестина. Везем до аэропорта, Оттава, Палестина. Кто хочет, вот кто вас сейчас поддерживает, сейчас на митинги выходит, кто поддерживает палестинцев, вот этих террористов. Палестинцев все поддерживают, евреи поддерживают палестинцев, которых жалко. Но жалко также и этих 1300 людей, которых убили. И все рассосались. Все, в Оттаве больше митингов нет. Просто если вы хотите, вам сразу дают дорогу, все, давайте. Ну, автомат вам как раз там у израильтян есть дальнобойное оружие. Израильтян вы не увидите. Вот тот, кто поедет туда, вы в глаза не увидите израильтян. Потому что вы увидите только вспышку, момент падения ракеты, которая к вам будет прилетать. Вот сейчас так ведут войны, когда дроны прилетают. А эти оружия и дроны у евреев лучше и мощнее, чем у сейчас украинцев. Украинцы только-только сейчас все это к себе забирают, становятся мощной нацией воинов, как уже евреи за 3 поколения уже стали этой нацией воинов. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, все собираетесь, болтать не надо, не надо говорить. Я не призываю вас, конечно, ехать, это глупо, конечно, но если вы хотите совершить глупость, пожалуйста. Вот рейс, вот можете попросить, отправьте вас в Палестину, соберут вам деньги и увидите, как прилетает израильская ракета к вам. И потом уже там, кто куда. Ну, имеется в виду, на север нога, на юг рука, ну и так далее, и так далее. Поэтому вот такие вещи нам сейчас навязываются. Я это замечаю по вот этим блогерам, которые Украина пригрела. В Украине огромное количество до сих пор агентуры работает. Хотя очень сейчас вычищается. Слава Богу, молодцы, всем вам честь и хвала, кто занимается этим вопросом. Потому что не меньше, чем то, что делает ЗСУ на фронте, нужно делать то, что происходит в тылу. Даже, может быть, больше нужно иногда делать. А это делается. И хоть я и переживал по этому поводу много, но я вижу, я должен признать, что работа медленно, но верно ведется просто подчистую. С чем я вас всех и поздравляю, и себя в том числе. И нам сейчас пытаются показать. Вот, знаете, нас пытаются представить такими религиозными фанатиками, что мы сейчас поддерживаем террористов Хамас. Это не бедный палестинский народ, а террористов Хамас, для того, чтобы нас отсюда депортировать, чтобы нас мир не признал. Если мы начнем говорить, что вот они правы там, и вернее, многие чеченцы прекрасно понимают, что это не наша война, что нам не нужно лезть между арабами, израильтянами, евреями. 1000 лет накопленные проблемы. Это 2 родственных народа, там ну, огромное количество противоречий, там, сложностей много есть. Но они находят язык, пытаются находить язык, если их оставить. Просто никому не нужно их оставлять. И израильтян мучают, и арабский народ Палестины мучают. И вот нам в это лезть никак не нужно. А нас пытаются всячески, если мы просто будем молчать, как мы привыкли, чеченцы, молчать. Потому что, как мы знаем, молчание золото. Если ты молчишь, значит, ты в безопасности, значит, твою семью не убивают. А если кто-то появится, ну, значит, это его беда. Появится, кто будет говорить правду, все, это его беда, его семьи беда, это его проблема. Вот сейчас такую позицию чеченцы заняли. И есть на это объективнейшие причины. Я с этим никого не осуждаю. Я всех прекрасно понимаю. Но фабрика троллей, которая работает, она не сидит без дела. За нас... говорят люди, которые вообще не чеченцы, умеют писать. ФСБ, например, с 1995-го года преподают обязательным предметом чеченский язык. Это ни для кого не секрет. Потому что чеченцев делают вторыми палестинцами. И нас хотят представить всему миру. Во-первых, если сейчас мы начинаем всю эту агитацию в поддержку Хамаса, террористов, да, ну, самое ужасное преступление, которое только можно совершить, убить 1300 человек безоружных, все это, женщин, детей, ну, ужас просто, ад, геноцид самый настоящий. Вот этих людей нам предлагают поддержать. Как только мы поддерживаем этих людей, мы становимся такими же, как они. Палестина, вот этот сектор Газа, он перестанет существовать, я в этом убежден просто. Да, там будут палестинцы жить, там будут с людьми, с которыми будут договариваться. Израиль построит в новой архитектуре мировой безопасности свое новое государство с новыми границами. Я в этом уже убежден, ну мне так кажется. и там границы 67-го года это уже можно подзабыть, потому что реалии поменялись и так далее. И нас ждет такая же участь, нас представят, или же нас ждет такая участь, как палестинцев, быть инструментом, использовать и будут нами пользоваться, либо нас ждет судьба израильтян, стать сильной нацией, которая договаривается со всем миром, которая имеет технологии, которая имеет мощную армию, которая является супер мощной в своем регионе государством, или же стать вот палестинцами, которых будут использовать там русские, турки, там кто там у нас, Иран, кто захочет, тот и будет нами манипулировать и там использовать. Я не хочу судьбы такой для своего народа. Вот я так это вижу. Поэтому я выступаю категорически, открыто выступаю против. Я знаю, что многие чеченцы меня поддерживают. Мне звонят, меня благодарят об том, что я говорю, пишу. Мне пишут комментарии и лично благодарят. Но также чеченцы не знают, да, как себя вести в этой ситуации. Вроде бы рассказывают, что вот там разные муллы, там днем и ночью пропаганда, что там братья-мусульмане там, и так далее, и так далее. Это так и есть. У иудеев иудеи, братья по религии, у христиан христиане, братья по религии, у мусульман мусульмане, братья по религии. Это нормально, если ты относишься к одной религии, считать этого человека своим братом. Это принято во всех религиях. И кажется, что исчадие ада Израиль убивает бедных там арабов, которые не совершали убийство 1300 человек, что это все какая-то провокация, и что вот опять хотят там это сделать. Вот так это преподносится. И многие дезориентированы, многие испуганы, не зная, как себя вести. А мы знаем, и мы не испуганы, и мы знаем, как себя вести, мы знаем, что нужно для нашего общества, что для нас готовит наш враг, коварный, подлый враг. И вот мы занимаемся просветительской деятельностью, и я хочу сказать, что я восхищен чеченцами, вот этим поведением чеченцев, несмотря на эту массированную пропаганду, которая ведется против нас, не поддаются чеченцы на эту провокацию. Опыт Сирии сказывается, опыт наша деятельность, может быть, вносит какую-то лепту, хотя нас обвиняют во всех смертных, меня обвиняют там во всех смертных грехах, что я там на Россию работаю, еще там, что я еврей, что я там враг, там еще американский, то так, то сяк, что угодно только говорят, чтобы человек просто даже не слушал, чтобы у него было отвращение слушать, чтобы он вызывало недоверие. Но несмотря на это, шаг за шагом мы боремся с этой пропагандой, удается победить, люди знают, люди нам верят, знают, что мы никогда не врали нашему народу, всегда выступали только лишь в интересах справедливости и защите постгеноцидного чеченского народа, и будем так продолжать. А наша власть, настоящая, легитимная, законная, единственная законная власть, которая у нас есть, президиум правительства Чеченской республики Ичкерия в лице Аяда Идигова, Аллы Дудаева и других лиц, которые входят в президиум, они сказали, что сразу же, с первых дней сказали, что это кровавый спектакль, разыгрываемый там террористами, чтобы мы в этом не участвовали. Чеченцы, давайте не будете вы туда лезть. Вот наша позиция должна быть, в принципе, такой. Опять же, каждый имеет право высказывать свои мнения, говорить, но все это должно быть в рамках действующего законодательства. Я бы хотел вам показать одну фотографию очень интересную. Здесь есть и видео. Сейчас я, чтобы... Вот я вам фрагмент видео покажу. Вот смотрите. Видите, вот эта фотография. Чеченский флаг. Так, давай, настраивайся. Вот, может видеть, короче говоря. Это люди, которые вышли в защиту Палестины. Вот видите, рядом Free Palestine написано. Free Palestine. Вот флаг наш, ичкерийский. Я постоянно призываю не уходить под флагом Ичкерии на такие митинги, потому что Ичкерия в лице нашего президиума сказала, что мы в этом не участвуем. И таким образом нас просто пытаются дискредитировать. Эти люди, это видео и скриншот «Полиция Вены». Вот можете посмотреть, если вы тут разберете. Это полиция Вены. На этой фотографии закаевские люди. Вот сзади еще вы видите, вот большой флаг развернут. Видите, вот сзади, где Free Palestine, развернут флаг. Этих людей я знаю, которые выходят на эти митинги. Это люди Закаева. Хотя мы призывали, просим, всячески говорим не участвовать в этом. Закаев выполняет ту же роль, мне кажется, потому что эти люди Закаевым. Закаев там рассказывает какие-то истории, что он как бы якобы там нейтральный, там 3-10. На самом деле его люди выходят на эти митинги, поднимают везде эти флаги, наши флаги Ичкерии. Хотя наша власть в лице президиума, я еще раз говорю, категорически сказала ни в чем не участвовать. Все, мы не поддерживаем террористов Хамас. Но вот такая дискредитация ведется. И таким образом нас завтра, когда мы будем говорить с миром о чем-то, и мы поднимем свой флаг, скажем, ну это же вы же террористов поддерживали. Этот флаг поддерживал с террористами. Получается, Путин, Патрушев, Кадыров поддерживают террористов. И вот эти люди поддерживают террористов. Вот и делаете выводы, чеченцы. Это, на первый взгляд, кажется каким-то сложным, но на самом деле очень легко. Так что вот как-то так, друзья. Давайте я почитаю ваши комментарии. Я 1,5 часа почти говорил с вами и хочу, я надеюсь, донес до вас хотя бы часть того, что я хотел сказать. Если чего-то не поняли, то перечитайте. Так, меня уже просят читать комментарии. Я читаю комментарии, друзья. Сейчас в Ютубе я буду читать комментарии. Так. Когда уже Басаев был в Дагестане, к нему приехал Гилай и объяснил свой отказ прийти на помощь дагестанцам тем, что Хачилаев не объявлен лидером Дагестана. Басаев ответил, найди его, и мы его назначим. Ясно. Да, особенно они приезжали к нам бесплатно лечиться. Помните видео ФБ о женщине и ребенке, которые лечили еврейские врачи в Израиле? Они оказались там во время нападения террористов. Так вот. Так. Давайте СТ почитаем. Мы не можем найти его. Хачилаев позже появился в Карамахе, сдался русским и был выпущен сразу же под амнистию. Человек, который спровоцировал войну в Дагестане, был помилован. Это связано с тем, что он просто осуществлял план ФСБ по началу войны против Чечни. Да, я согласен. Я согласен, СЦ. Я думаю, братья Хачилаевы большую роль сыграли в этой провокации. То же самое, что Шамиль пошел в Абхазию как добровольец, хотя Джохар Дудаев был против. Сегодня многие путают и говорят, это было нападение на Грузию. Официально ЧРИ была против. Да, совершенно верно. Абсолютно. Друзья, я перемотаю комментарии, если что, заново напишите, потому что уже тема ушла, мы уже о другом говорим. Так, Закаев в каком-то интервью несет пургу, что и не удивляет. Спасибо вам за правду. Как не труден ее путь, но другого нет. Да, Наталья, спасибо вам. Спасибо, что вы поддерживаете. Берегите себя. Да, это так. Остань, читай комментарии. Хорошо. Закаев, украинский канал, говорит, что он нейтральный. Ну вот вы только что видели, стоят на митинге в Австрии. Знаете, что еще самое интересное? Раньше, когда шла гражданская война в Сирии, мы здесь выходили на митинги, поддерживали сирийцев, антибашаровскую, антиасадовскую, вот эту оппозицию мы поддерживали. Я здесь в Гамбурге выходил, мы много проводили разных встреч, на митингах участвовали. И то же самое было в Вене. Выступали, выходили и так далее, и так далее. Так вот, есть фотография, на этом же канале Аарон Спербер. Это, видимо, евреи выкладывают, потому что они, видимо, определяют, там, кто за Ичкерию, кто нет. Так вот, евреи, израильтяне, мы не поддерживаем террористов Хамас. Мы сразу же, в первых дней, однозначно наше правительство об этом заявило. Закаев — это самозванец, это никакое не правительство. Большая часть людей вокруг него — это такие же, как он, самозванцы. Никакой власти они не представляют. Никакой. Вот смотрите, это же фотография, и внизу другая фотография. Вот вверху вы видите, это тот митинг, который сейчас в поддержку Палестины идет. А внизу это как раз тот митинг, либо может украинцев поддерживать, может это сирийцев поддерживает. Но это другой митинг. Там стоит рядом Хусейн Исханов. Так вот, этот Хусейн Исханов не был вот на этом митинге. Это две разные фотографии, сделаны в разнице несколько лет. Несколько годов. Год, два, три, там разница точно есть. И вот таким образом идет попытка связать, что вот там ичкерийцы там... Ничего подобного. Ничего подобного. Мы осуждаем любые акты терроризма, мы поддерживаем мир, мы призываем к соблюдению международного права, мы призываем, чтобы арабы отказались от своей фашистской идеи отказов в праве израильтянам, евреям иметь свое государство. Также мы призываем израильтян, евреев, чтобы они соблюдали международное право, чтобы они соблюдали обычаи и правила ведения войны, и как можно быстрее, не эскалируя, как бы это ни было обидно, как бы не было тяжело, колоссальные потери, я все понимаю, выражаю искренние соболезнования, но нужно понимать, что это нужно вашим врагам, нашим общим врагам это нужно. И именно из-за этого нужно это сделать очень аккуратно и по-человечески разойтись, создать свои государства и жить спокойно, припеваючи. Вот как-то так, друзья. Асна, каким методом мы будем действовать против всех силовых структур из места? Ведь они пойдут против нас оружием, что прилагается по этому поводу. Я не понял вопрос, каким методом? Во-первых, мы должны действовать дипломатическим, правовым путем. Только таким способом. Нас нужно, чтобы нас признало Соединенные Штаты, Израиль, Украина, все, чтобы страны нас признали. Когда мы будем признаны, и мы имеем право просить помощи юридической, информационной, правовой, финансовой, военной, вот в таком случае мы будем деоккупировать нашу страну. До тех пор, пока нас мир не признает, нам не нужно какие-то там кавалерские там наскоки делать. Потому что если мы вяжемся в это, обратного пути уже не будет. У войны свои правила. Все, ты уже не можешь действовать по-другому. Поэтому сперва нужно, чтобы была создана команда вокруг президиума, президиумом она была создана, там есть команда, нужны люди, которые, молодые люди, на разных языках говорящие люди, присоединяйтесь, участвуйте, России конец, фашистская Россия пытается разжечь этот пожар мировой революции, но у нее ничего не получается и не получится, потому что все прекрасно поняли, что такое Россия, что такое Хамас, что такое вот эти все миньоны, путинско-иранско-российские миньоны. Поэтому как-то так, да, армия у нас будет формироваться. Вот вчера на чеченском языке мы тут общались через человека из батальона шейха Мансура. И там мы говорили там разные свои вещи. И я хотел бы сказать, что вот всем, кто воюет в Украине, вот я это... Положа руку на сердце, говорю, всем чеченцам, кто воюет на Украине, если вы понимаете ситуацию политическую, вот в какой роли вы сейчас выступаете, в какой роли сейчас находится наше государство, наше правительство, то вам нужно политическое прикрытие, политическая крыша, политическое свое участие. Для вас в первую очередь нужно. Потому что нашему президиуму, в принципе, никто не нужен для своей ведения, для своей работы. У них есть законно избранные еще во время Аслана Масхадова люди, которые несут это знамя. Им больше ничего не нужно. Там одного человека, их там 15 в президиуме, засекреченные в подполье, там очень большая работа. В отличие от закаевских симулякра, которые они создали, загнав настоящее сопротивление в подполье, создали симулякр, пытаются создать симулякр. Создали, он уже там где-то себя рекламирует, рассказывает. Но на самом деле нам это всем нужно, понимаете? Нам. И как только признают наш президиум, а его признают без сомнения, и Украина его признает, и Запад признает, и Америка признает, либо этот мир абсолютно лжив, лицемерен, и вообще он никогда не будет справедлив ни в какой степени. Либо и наше государство будет признано в лице вот именно этого президиума. Мы поедем домой, назначим выборы, соберем милицию, все менты будут уволены, к чертовой матери, пойдут все домой. Все, кто запятнан кровью, будут привлечены к ответственности. Будет закон применен, закон о люстрации, как в Польше, как в странах Балтии. Ни один человек, который был связан с террористической бандой ФСБ или ГРУ, не сможет занимать ни один государственный пост, даже образовательный пост, даже учителем в школе. Этот человек не сможет работать. Да, он может заниматься бизнесом, он может заниматься торговлей, чем угодно, но он не может заниматься государственной должностью. Это закон о люстрации принимает такие меры. Мы наберем милицию, назначим выборы и выберем себе президента и парламент. И вот таким вот образом мы воссоздадим свое законное, деоккупируем свое законное государство. Вот как-то так я это вижу. Как будет, что будет, это уже будет решать президиум. Я не политик, я правозащитник, я общественник, рядовой гражданин Чеченской республики Ичкерия. Поэтому я могу высказывать только свое мнение по этому поводу. Или поддерживать, или не поддерживать те или иные инициативы нашего государства. Потому что от меня это не зависит. Зависит от них. Я могу подсказывать, советовать, выражать недовольство и все. Но я поддерживаю единственный легитимный орган нашего государства, который заслуживает уважения, который не предали, а это самое главное. Обиды есть, трудности есть, все есть. В жизни бывает такое. Но главное, как говорится, любой можно грех замолить, кроме предательства. Главное, не было предательства, не было измены Родины, не было предательства интересов чеченского народа, чеченской нации. Все это остальное, все решается. А если что-то было, где-то какие-то там нарушения были, где-то что-то было, ну это решается судом. Подал заявление, и суд решит, виноват или нет. Вот и все. Так, давайте еще комментарии почитаю. Чеченцам война не нужна, навоевались, хватит. 15 республик стали независимым мирным способом. Война – крайнее средство. Да, совершенно верно. Нам тогда не оставили просто выбора. Мы были вынуждены защищаться. Я представляю власть Ичкерии. Я не поддерживаю Хамас. ИС. Отлично. Чеченцев пытаются превратить Афганистан и в ИГИЛ, чтобы внести нас в ранг террористических государств перед мировым сообществом, чтобы потом нас безнаказанно уничтожать. Да, или чтобы мы еще не получили свою государственность и не потребовали ответа. Понимаете? Не потребовали ответа за те преступления, которые нам за преступления, которые совершили против нас. А что вы с Закаевым не сотрудничаете? Я пропустила с Киева. Конечно, Людмила, не сотрудничаю. Конечно, не сотрудничаю. 3 года назад человек из правительства Ахмеда Закаева сел ко мне в машину. Повезли они меня на какую-то свою, вот эту закаевскую, вот эту встречу. там, одного из своих там человек и предложили работать на российскую разведку против Украины. Я об этом публично сказал, написал заявление в полицию, сказал, что меня пытаются вербовать на российскую разведку. Ахмед Закаев вначале был категорически против того, чтобы чеченцы помогали Украине, чтобы Исам Унаев, Муслим Чеберлоевский ехали в Украину. Он категорически был против. Но сейчас, когда они меня уже склоняли к сотрудничеству, Ахмед Закаев стал самым большим другом Украины, защитником Украины и так далее. Об этом я тоже неоднократно говорил. Салам алейкум, земляк с Израиля. Шалом, серый, витаю тебя. Как-то так, друзья. Так. $300 миллионов арабов вокруг и не выпускают из Палестины беженцев, а чеченцев втягивают в этот кровавый конфликт. Мусад Таипов. Да, совершенно верно, Мусад. Нас хотят... Конечно, мы ничего не сможем. Все чеченцы, если соберутся, миллион чеченцев, сколько нас сейчас? 1,5, может, наберется. Все со всего мира соберутся, поедут в Израиль, ну, мы все погибнем там. Да, может быть, мы убьем много людей, но после этого и нас не останется. Понимаете? Даже если это произошло, все женщин, детей возьмем с собой, поедем и там все поляжем. Ничего не изменится. Но изменится для русских, которые смогут уйти от ответственности. Изменится, если мы начнем поддерживать этих террористов для русских, потому что нас будут признавать террористами и не будут с нами иметь дело. Понимаете? Нельзя поддерживать тех, кто убил. Ну просто невозможно поддерживать тех, кто убил 1300 людей просто за то, что они евреи. Вот так делали нацисты. Вот чистой воды нацизм. Убивать только за то, что ты вот определенной национальности. Я с этим не согласен. Ичкерию признает весь мир. Ждать осталось недолго. ИСС дал мула. Верим, верим, ИСС, верим и ждем. И ведется работа по этому направлению. И все будет Ичкерия, дал мула. Для любой армии мира должна за честь быть защитником Ичкерии. Шамиль, спасибо. Кстати, Шамиль, вот вспомнил Татарстан и Башкортостан. Тоже вам немножко инсайдерской информации. Как мы знаем, Татарстан и Башкортостан, Башкирия, имеют все основания выйти из фашистской Российской Федерации в предстоящих глобальных событиях. И по странному стечению обстоятельств в 2020 году Игорь Хвостиков, начальник УФСБ по Чеченской республике, был переведен УФСБ по Татарстану. Это так называется. По Татарстану. Было массовое убийство совершено, более 100 человек было убито во время Игоря Хвостикова в Чеченской республике. Просто задерживали, казнили людей, их паспорта отдавали своим ГРУшным наемникам и отправляли их в Сирию под видом ИГИЛ, чеченского ИГИЛа. Чеченцы убивали, их тела уничтожались, закапывали, сжигались, там все что угодно делалось. Сейчас, буквально пару дней назад, после того, как Игорь Хвостиков был переведен в Татарстан, там сразу же произошло нападение на школу, если вы помните, какого-то сумасшедшего, которому Бог велел там убивать в школе людей. И вот пару дней назад новый главарь УФСБ по Чеченской республике Игорь Кочнев переведен, куда вы думаете, в Башкирию. Переведен. Сейчас назначен новый главарь УФСБ по Чеченской республике. Пока фамилию его я не знаю, просто не интересовался, может еще ее не опубликовали. Но вот я позавчера, работая над одним своим проектом, обнаружил, что Игорь Кочнев переведен уже в Башкирию. Так что поздравляю всех, теперь у вас прошедший обкатку вот на этих религиозных темах, я так полагаю, в Башкирии и в Татарстане должны появиться религиозные террористические группы. Ярые такие мусульмане, которые должны призывать к шариату, не к демократии там, и так далее. Я думаю, так это будет выглядеть. Потому что не случайно Хвостикова в Татарстан, а Кочнева сейчас в Башкирию перевели. Очень интересно. Поэтому вот вам пища для размышления. Татары, башкиры, думайте. Ва алейкум салам. Россия сегодня изгой в мире. Но надо репутацию Чечении улучшать. Поэтому надо призвать к миру Израиля и не вмешиваться в этот конфликт на Ближнем Востоке. Да. Хороший, интересный стрим, спасибо. Да, Ускиев, пожалуйста. Всегда у нас всегда только такие стримы. Нескромно скажу я, брат. Аслан, почему, по-твоему, Чимаев на английском одно, а на чеченском абсолютно противоположное? Очень агрессивно был настроен против Израиля. Ну, потому что человек отрабатывает. Он находится... Знаете, мне искренне симпатичен Чимаев. Хамзат Чимаев, как человек, как молодой человек, он мне симпатичен. Он, мне кажется, таким хорошим человеком сам по себе. Но, знаете, если вы думаете, что режим палачей, который убивает свой народ, убивает, пытает, травит, сжигает, расчленяет, ну все что угодно делает, и он вас подпускает к себе, вас одаривает деньгами, вам там почести какие-то оказываются. И если вы думаете, это делается для того, что вас видят какого-то человека, что вы какой-то там заслуженный спортсмен или певец, или какой-то другой там ученый. Нет, это делается не для этого. Это делается для того, чтобы вы стали соучастниками всех этих преступлений. И Хамзат Чимаев... И многие спортсмены, которые ничего дальше своего спортзала не видят и не знают, потому что 24 часа в сутки тренируются, спят и опять тренируются, то эти люди, погнавшись за деньгами, за большими деньгами, которые они получают за каждый бой, ну, вы стали на ту сторону, которая уничтожает ваш народ. Кто-то с оружием в руках это делает. Кто-то делает это с электрическим шнуром, с розеткой или там аппаратом, который вырабатывает электричество. Кто-то это делает пиша статьи пропагандистские, делая ролики. А кто-то делает это, выступая как гладиатор, показывая, какой он там сильный, какой он ловкий и такой-сякой. И таким образом кровавый режим Кадырова пытаются обелить. Вот чем занимается Хамзат Чимаев. Мне очень жаль, что эти люди себя так дешево расходуют в этой жизни. И они могли бы, ну, допустим, я не знаю, другой какой-нибудь специалист какой-нибудь области не мог бы уехать, например, за границу и стать таким же успешным, богатым там и так далее. Но спортсмен он точно может. Может собраться, уехать и выступать, и драться, и зарабатывать себе деньги. Но нет, эти люди остаются, их родственники втягиваются в это, они их по разным там каналам прикручивают. А чеченцы сами по себе очень благодарный народ. И знаете, когда, да любой человек, если, например, у вас мама умирает от рака, как пример я говорю. И вам какой человек приходит, приносит деньги, ложит ее в лучшую клинику. Даже, может быть, она не выживет. Но ей сделали все возможное, чтобы она выжила. Что сделали все, что... Короче говоря, вопрос с деньгами, с лучшими специалистами не стоит перед тобой. То человек становится зависим, благодарен этому человеку, который помог в этой трудной ситуации. И становится зависим от этого. Это свинство. После того, как тебе так помогли, ты потом как-то неуважительно отнесешься. А у чеченцев это особо считается. Как бы неблагодарность, это считается, ну, таким очень нехорошим делом. И вот эти специалисты чеченских душ очень хорошо нас изучили. Я вот по себе знаю, когда у меня возникают с ними какие-то проблемы, ну просто, как, знаете, как змеи просто пытаются во все ваши душевные поры пролезть, чтобы за что-то вас зацепить, где-то вас схватить там. Тайпанты аляца, патриотизм аляца, рилкты аляца, кичунты аляца, штануманты аляц речь, и умшли их до цер. Очень подло, очень коварно, очень цинично это выглядит, когда просто манипулируют вот этими, вот, тем, что для вас свято, что вы цените, вот эти ваши качества, хорошие качества, используют против вас. Молодые люди этого многие не понимают. Хамзату 30, по-моему, нет сейчас лет. И да, человек стал на этот путь и сделал то, что сделал. Но навеки вечные он остался тем, кем он является сейчас. И таким он останется навсегда для чеченцев. А сейчас все поменяется. Год-два ситуация в корне изменится. 3 года, 5 лет, и мы будем жить абсолютно при других реалиях. Абсолютно. И вспоминать, ну и, конечно, преследовать. Вспоминать вот эти преступления и преследовать тех, кто совершил эти преступления. Так, друзья, опять перемотаю немножко. Чечня будет свободной. Да, мула, ИСС, да, мула. И отрежем. Так, значит, будет бавовна. Да, Шамиль, если Кочнев перебрался, знаете, Кочнев раньше был в Тюменской области. Это сейчас бывший, сейчас уже Башкирия, он был у нас в Чеченской республике. До того, как перебраться в Чеченскую республику, в Тюменской области один ингуш, по-моему, и чеченец, или 2 ингуша молодых, были уничтожены и сожжены в своем доме. Или 1 человек был сожжен, 1, по-моему. И потом выяснилось, что, ну, по-русски выяснилось, что он был связан с ИГИЛ, этот ингуш, в Тюменской области. И после этого Кочнев был переведен в Чеченскую республику. Сейчас Кочнев занимался именно вот мобилизацией, там, с 20-го года он занимает там этот пост. И сейчас переведен в Башкирию. И я так полагаю, можно ожидать в Башкирии всплеск каких-нибудь террористических сейчас каких-нибудь акций. Посмотрим. Чимаев за свои слова, он должен отвечать. Да, я думаю, не только перед нами, я думаю, и еще ему перед евреями придется отвечать за эту провокацию, которую он делал. Арабов ненавидят и в Азербайджане, где они открыто на улицах пристают к девушкам. Уже было несколько убийств, когда отцы, братья этих девушек их убили. Мои братья также поступили бы, хотя я их сама бы. Луиджина. Ну, ладно, не будем такие вещи, потому что и арабы есть хорошие, и плохие, и это еще не показатель. Не будем уходить в этом направлении. Асан, забей, ничего не получится, у нас нету лидера. Дант, в демократическом обществе и не может не быть лидера. Понимаешь, в демократическом свободном обществе всегда есть лидеры. Где-то более талантливые, где-то менее талантливые. У нас есть лидеры. У нас каждый чеченец генерал и каждый чеченец герой. Поэтому, конечно, у нас есть лидеры. Я не хочу сейчас перехваливать Аяда Идигова, там, людей, которые уходят в президиум. Но я вам скажу, вот как взять Аяда Идигова, человека, с которым я познакомился и много прообщался, я могу сказать, что это тот самый лидер, который нам сейчас нужен. человек, который имеет колоссальный опыт, который имеет несгибаемую волю, духа, силу духа, очень смелый, непосредственно нашего государства возглавлял, участвовал во всех процессах. И мне кажется, мы должны благодарить Бога, что вот этот наш президиум, несмотря на все, что творилось, я просто по себе, я всего лишь общественник, я всего лишь блогер, правозащитник, который ведет вот эту деятельность. Вы не представляете, какой пресс, какое давление оказывается на меня, на моих всех родственников. Я перестал общаться просто со всеми. Есть небольшой узкий круг людей, с которыми я общаюсь, которых вновь приобретенных мной. И я представляю, какое давление оказывается на президиум, если я, рядовой человек, такому давлению подвергаюсь. И это чудо, на самом деле, что нам удалось сохранить нашу власть, потому что если бы не было бы этого президиума, то лица такие, как Ахмед Закаев и другие люди, которые давно предали идею независимости нашего государства, есть документы, подтверждающие это, кроме вот этой вербовки, которая касается меня, это мой личный опыт, с которым я со всеми вами поделился, чтобы вы тоже не попали. Несмотря на это, эти люди вокруг него там еще находятся. Эти все люди прекрасно знают, о чем я говорю, что я говорю и так далее. Но по каким-то причинам они считают, что они должны находиться рядом вот с этой театральной труппой Ахмеда Закаева. Но это их выбор. Если им кажется, что на Ахмед Закаева сделают ставку и на Западе его поддержат или чеченский народ поддержит. Нет, этого никогда не будет. Чеченский народ поддерживает свою законную власть, я в это убежден, я на это надеюсь, я в это верю. И лидеры, конечно же, будут. Аяд Идигову уже, по-моему, 75 лет исполнилось. У нас по Конституции можно в президенты баллотироваться до 65 лет. Я думаю, эту статью нужно менять. Не потому что, не под Аяда я говорю, вообще я говорю. Потому что сегодня Аяду 75 лет. Этот человек, ну я не знаю, здоровее меня, это чемпион Чечено-Ингушской республики по вольной борьбе, там в советское время, еще в молодости. Человек очень крепкий, очень ясным умом, с четко поставленной речью, четко видящий суть, как положено чеченцу, суть проблемы, суть всего вот происходящего. Я убежден и знаю, что такие же люди есть в этом президиуме. И вы будете многие удивлены, когда узнаете, какие там люди есть. И настанет время, когда мертвые будут возвращаться живыми. И вы станете этому тоже свидетели. Поэтому у нас нет проблем с лидером. У нас есть проблема с дезориентированным народом, который не знает, кому верить. И что вот такие люди в лице Ахмеда Закаева, которые отрабатывают какую-то свою программу, которая угодно, выгодно Кремлю чисто. Эти люди, не будь вот этого президиума, не будь этой власти, я бы, например, человек, который поставил все на кон, влез с головой в это во все, я был бы, я не знаю, в большой депрессии, которая у меня никогда не бывает. Я... Вот как это так вижу. Поэтому все у нас нормально. Нам нужно не призывать мир поддержать, признать Чеченскую республику Ичкерия. Нам самим нужно признать Чеченскую республику Ичкерия для начала. И основой, фундаментом нашего государства являются наши власти в лице этого президиума. И нам нужно всем поддержать. Есть обиды, есть разногласия между друг другом, кем-то из старых. Пожалуйста, это ваши проблемы, решайте. Если из вас нету предателей, если вы не переходили на сторону русских, не сдавали интересы чеченского народа и государства, то вы должны договориться. Все должны договориться с президиумом, все должны объединиться. И, как я сказал, ему 75 лет, он не будет баллотироваться в президенты, потому что изменить закон мы не сможем, конституцию к тому времени, чтобы он смог стать президентом. Хотя я бы был бы не против, чтобы Аяд Идигов стал президентом Чеченской республики Ичкерия вот после окончания. Там есть и другие люди, которые не меньше Аяда заслуживают, чтобы доверие, чтобы управлять, заниматься нашими государственными делами. Это очень большая ответственность, это очень сложно. Я никому не советую брать на себя эту ответственность, потому что и даже претендовать на это. Потому что это большая, да, если вы хотите светануться, там где-то понтануться, может быть, там удовлетворить там свое эго, может быть, там заняться коррупцией где-то потом, сейчас там воровать нечего, но потом, когда власть будет, то да, тогда двигайтесь, пытайтесь захватить эту власть. А так, это большая ответственность, которая никому не нужна. И эти люди, альхамдулиллах, инах больш, словах кивикуш больш. Садок дурандерк инах сун, цакиаттаре. Но сун и аят китли, цакина васкетта кунаука. Исак сун, цакиаттаре. Ночью омах чамбейр больш, от закая варцер сун, ваттиндол, картиндари. Ночью омах чамбейр больш, картиндар цердинек. Хош борш, ас отцал сатисан бол, сатурполхой, эль цутивах кирксу. А бог алтурполхой, гирсун. Церчеш, доузи терсун, ларчасун, дахиттер. Они не светятся нигде, они не говорят, что они есть. Но когда нужно, они как ниоткуда появляются и также никуда исчезают. Да? Поэтому все отлично. Так, мы уже почти 2 часа в эфире, друзья. Давайте... Аслан, вы за Израиль? Я за справедливость. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, ассалам. Аслан, как ты думаешь, Поздняков сотрудничает или как-то играет на Кремль? Ты имеешь в виду тот, который с Евроньюз, который написал? Ты о нем, справедливый человек? Вот здесь все, здесь... за Израиль пишет. Так, давайте. Есть такой аналитик Фикрет. Он тренде не смог бы пригласить его на свой эфир. У меня проблемы возникают с эфиром, когда я кого-то приглашаю. У меня уже парочка человек, я уже должен пригласить. Но мне что-то нужно сделать с компьютером. Потому что я его и чистил, и все там подчистую память очистил. Но у меня возникает проблема, когда я включаюсь через Zoom или через Skype. У меня не тянет компьютер. Не знаю, с чем это связано. Вот разберусь и тогда решим. Вы кадыровские или подхолопные, и валите отсюда. Валите, а? Так, друзья, это не реклама Пепси-колы, да? Шмоле. Нет, который в Телеграме постоянно антикавказские посты делает, на него много подписан. Он сегодня пост сделал, что в России нужно ликвидировать все нацрегионы. Не понимаю, о чем, я не знаю его. Центральные СМИ хвалили и ставили в пример села Чабан-Махи и Карамахи, которые смогли избежать нехватку продовольствия путем отказа от водки и своим тяжелым каждодневным трудом. Да-да, это было, я помню. Не помню конкретно этот случай, я помню, как вот это культивировалось, что какие хорошие бородачи, как, смотрите, водку не пьют, молодцы-то. У меня сегодня на рандеву спросили, какой я нации, прислали отказ в работе. Да, Ламру, конечно же, ведется против нас работа. Мы очень пассивно себя ведем иногда. Поэтому нужно в этом плане чуть-чуть, друзья, работать. Знаете, защита, иметь свое государство, это не просто удобно. Это большая ответственность. И вот, когда я начинал свои эфиры, я хотел, чтобы у нас здесь сформировалось мощное, сильное гражданское общество. И в этом смысле немножко мы преуспели, гражданское общество есть. И вот это говорит о том, что чеченцы прекрасно понимают, что нам не нужно участвовать вот в этих разных провокациях, куда-то нас втягивать. Да, ну, нам всегда нужно стоять на страже, наши правозащитники должны всегда быть на страже. Наши юристы, наши журналисты, все должны стоять на страже. Но вот в силу того, что Россия очень сильно оказывает давление на наших родственников, сажает, пытает, иногда убивает, то это, конечно же, очень тяжело. Но что бы ни случилось, нужно бороться. Победа будет за нами. Будет за правдой, а правда за Израиль и за Украину. И мы все скоро это увидим. Говорит Адам Реалити. Да, Адам. Аслан, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Это насчет Закаева. Аслан, ты прав. Ахьяд это наш лидер. Все будет Ичкерия. Да, свобода или смерть. Вендер нистин душунарум. Шадега цаки бахандачунис. Асар шадолум. Шадег альчам низдат духум тила тилан. Нету другого у нас пути, кроме как Конституция 92-го года, Президиум правительства Чеченской республики, законная наша власть. И вот мы должны в этом направлении двигаться. Ассаламу алейкум, ассалам. Побольше благоразумных, самодостаточных, успешных, просвещенных ногчей, как вы. Спасибо, валейкум ассалам, Жансулу. Спасибо. Брат, ты молодец. Спасибо, Эдуард. Как вы видите, фабрика троллей кадыровско-ФСБшная не дремлет. Постоянно заходят и пишут, и я из разных гадостей пишут и пишут. Бедолаги вы мои, бедолаги. Я вас тут хочу из болота вытащить. Хотя, видимо, болото это ваша нормальная среда обитания. Вам, наверное, не нужно оттуда вылазить. Но мы вас вернем в вашу родную Рашку. Ну и поживете в своей Рашке. Да. Лишим гражданства и скажем, давайте, чус, как говорят немцы. Чеченцам нужно объединяться вокруг нашего государства, а не вокруг своих личных взглядов и предпочтений. Народ без единства, стадо овец без пастуха. Без комментариев. Просто правда. Конституция 92-го года. Да, свобода или смерть. Салам маршал Хулишин Махкой. Что я пропустил важное насчет нашей Родины? Буря, ты все важное пропустил. Обязательно посмотри с самого начала. Да, Саня, их вытащить уже поздно. Да. Нас Россия делит. Совершенно верно. Россия и все, кто прислуживает России. Штрих-код я тебя буду называть. У тебя нету имени, только штрих-код. Конечно, эти шакалы кругом рыщут, вынюхивают. Чует скорый конец Кобзона. Чует скорый концерт Кобзон. Да, скоро всем на концерт. Слава Украине, героям слава. Друзья, я на этом свой стрим закончу. Я постараюсь завтра, ну, может быть, послезавтра, в среду, как обычно, на чеченском языке. Может быть, завтра на чеченском языке выйду еще. Ну, может быть, в среду. Я хотел бы записать видео короткое, несколько минут. Это будет обращение ко всем кавказцам, мусульманам. Так как я вижу, сейчас ведется работа. Ну, я, наверное, отдельно запишу, чтобы надо собраться, надо, чтобы это было качественно. Потому что я вижу, что сейчас с чеченцами у них не получается. И сейчас пытаются ингушей, дагестанцев, кабардинцев, карачаевцев, черкес, всех подключить, всех кавказцев, чтобы они начали поднимать вот эту тему про хамасовскую. И вот в этом плане я бы хотел бы сделать отдельное обращение, запишу и выложу отдельно это видео. Так что следите за новостями, слушайте и смотрите Реалити и Голос Америки. Слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Мир Палестине и Израилю. Всего самого хорошего, друзья. Адикюль, маш оль, бюздегаль. До свидания.